Всем привет, коллеги. Начинаем краткий опционный анализ на сегодня. По S&P 500 основным сценарием развития событий на европейскую сессию является повышение до лимитного продавца по отметке 3908, после достижения которого ожидаем снижение до баланса дня 3862. Актив евро-доллар. Ожидаем на тестирование баланса недели 1.2118. Данный опционный уровень сопротивления подтвержден прибавлением 45 миллионов на продажу, после чего в случае успешного теста максимальной целью снижения до окончания валютных суток выступает лимитный покупатель 1.2050. При реализации альтернативного сценария конечной целью повышения на сегодня выступает лимитный продавец 1.2155. Британский фунт. Тестирует уровень убытка маркетмейкера 1.3998. Основной сценарий – это отбой и снижение для повторного теста восьмой зоны 1.3857. При закреплении выше убытка следующая цель повышения на сегодня – лимитный продавец 1.4056. Австралийский доллар имеет потенциал на повышение. В случае теста области поддержки 0.7786, 0.7767 есть возможность набрать бычьи позиции с максимальной целью до окончания валютных суток к уровню лимитного продавца 0.7884. По золоту ближайшей поддержкой на сегодня выступает лимитный покупатель 1723. Промежуточной целью повышения выступает лимитный продавец 1746. При закреплении выше последующей цели выступает баланс недели 1760. Пара доллар-иена имеет потенциал на повышение до уровня убытка 107.06, после чего ожидаем снижение до лимитного покупателя 106.29. По паре доллар-франк ожидаем сегодня повышение до лимитного продавца 0.9170, после чего ожидаем снижение с ближайшей целью уровень убытка 0.9116. Нефть марки Crude Oil. Исходя из понижения зоны поддержки хеджеров с отметки 60 долларов до отметки 56 долларов, основной сценарий пока что по нефти нисходящий. Это действительно является коррекцией, но она затянулась. В этом ключе продажа от баланса недели и лимитного продавца 60 долларов 82 цента с целевым ориентиром лимитный покупатель 58.47 выступает наиболее вероятным сценарием развития событий. По следующей поддержке выступает уровень убытка 57.50, ну а дальней поддержкой есть отметка 56 долларов, где есть очень большая заявка, которую мы уже упоминали ранее. Пара доллар-канадец продолжает расторговывать уровень баланса. Основной сценарий на сегодня – ретест отметки 1.2656 с обратной стороны и снижение до лимитного покупателя 1.2562. Природный газ продолжает повышение. Стратегически однонаправленный рост, скорее всего, продлится в область сопротивления 2.936-2.959. Пара доллар-рубль расторговала шестую зону, вчера с небольшим недоходом повторно ее протестировала. Сейчас реализуется основной сценарий, это снижение до диапазона 72 рубля 75 копеек, 72 рубля 52 копейки. Криптовалюта биткоин сегодня намерена протестировать ближайшее сопротивление 50710, после чего ждаем приостановку повышения. Фондовый индекс Dow Jones намерен повторно повышаться до технического максимума 32 тысяч. Поэтому в случае повторного снижения в область поддержки 31 тысяча есть возможность, будет в этом случае вероятная возможность дополнительного набора бычьих позиций. Всем спасибо за внимание, ставь колокольчик и получай первым уведомления о новых видео.